продажи билетов на очередной рейс Москва-Америка через Северный полюс производится во всех отделениях управления. Их призвали, а третий сам пошел. Так что в Красной армии ты и сына моей служишь. А вот у меня дочка боевая. Величайшие в мире плотины. Это грандиозное сооружение невиданного в мире масштаба показывает новые достижения социалистической... Все в одной части служат. Все трое в одном танке сидят. Так и называют. Танк братьев Минеевых. А моя дочка, жена командира, на границе. Сообщает о тревожном положении, создавшемся на границах в результате совместной акции трех держав. Это провокационное выступление фашистских агрессоров является прямой угрозой миру, прямой угрозой Советскому Союзу. Vergessen Sie nicht, uns ist eine große Ehre erwiesen. Als Erste betreten wir Russlands Boden. Alles ist genauestens berechnet. Das Abschießen einer Leuchtkugel, Punkt 23 Uhr, ist das Signal, die Grenzschutztruppen der Bolschewiki zu vernichten. Und wir beginnen unseren Siegeszug nach Moskau. Wir sind bereit! Es lebe unsere Rasse! Die Heil! Auf unsere neuen Kolonien im Osten. Es lebe der Sieg!
Кардина, карьера! Скачи на заставу за подмогой. Хорошо. Держись крепко, друг. Пойдете, сволочи, с места не сойду. Thank you.
вот тебе. Важные сведения. Передай комбригу 5. Квадрат 0.15. Зенитных 3. На аэродроме противника готовится эскадрилья к полету. Квадрат 0.15 зенитных 3 на аэродроме противника готовится к полету эскадрилья. Хорошо. Комэску крейсерской. Парализовать зенитный квадрат 0.15. Бригада идет на цель. Thank you.
Да здравствует наша славная рабоче-крестьянская Красная Армия! Да здравствует наш организатор, ваш руководитель, друг, великий Сталин! Ура! Довольно, но в тылу не держали, чтоб сразу в огонь. Куда ж тебе, дедушка, на войну? А ты спросил Деникина. Он мою руку помнит. Достала Деникина. Ого! А в гражданскую, как будто чуть поменьше. Маму пусти. Да тебе сколько лет? 16. А может, 20? Я могу патроны подносить. Разведчиком буду. Нет, лет сколько? Ну, 15 будет. А еще сбавь. 12 почти. Ну, да. Проходи, проходи, проходи. Иди, родной, не сомневайся. Танки ваши не остановят. Мы вместо вас встанем. Записывайся в мою бригаду. Каждый из-за себя должна. Девчата, расписывайтесь. Иванова Анна. Стреляю 97 из 100 возможных. У тебя же сын. За сына не беспокоюсь. Сиротой не будет. Большевиком вырастет. Я не только на станках могу рекорды ставить, я и в бою впереди буду. Постой, ты ведь не нашего завода. Завод у нас с тобой общий. Я рабочий, три сына моих танкисты, а я в пехоту. Теперь вся фамилия военная будет. Это мой дед. Его тоже в депо по летам не приняли. Так он на третий завод приходит записывать. Thank you.
И от имени нашего рабоче-крестьянского правительства Союза приветствую вас и передаю от них братский пламенный привет. Товарищи, рабоче-крестьянская Красная Армия – это только передовой отряд нашего доблестного народа. Он первый должен принять удар на себя, но за нами стоят миллионы и миллионы нашего народа. Неоднократные наши заявления о том, что навязанная нам война будет происходить не на нашей советской земле, а на территории тех, кто осмелится первый поднять меч, это заявление остается постоянным, неизменным, оно в силе и на сегодняшний день. Товарищи, эти наши слова были бы пустым потрясением эфира, если бы за ними
не стояла действительная сила рабоче-крестьянской Красной Армии и нашего могущественного великого советского народа. Братья, начинаем бой. Смотреть в оба. Будьте покойны. Нашу Минеевскую фамилию не опорочим. Да я так порадуюсь. Направление на отдельное дерево. Есть направление на отдельное дерево. Угол 30. У куста пушка. Куст вижу. Пушки нет. Учись наблюдать у старшего брата. По кусту. Огонь! Есть огонь! Ну как? Хорош! Стрелять учитесь у среднего брата. Надо посмотреть. Михаил, будь осторожен. Ладно.
свистит. Что, Миша, плохо? Ничего, Коля, ерунда. Сам поведешь? Сам. Теперь все в порядке, товарищ командир. Теперь учитесь у меня, у младшего Минеева. Гляди! Auf Seiten der Roten macht die Bewegung bemerkbar, trotzdem wir das ganze Gebiet vergast haben. Was ordnen Sie an? Angreifen! Ruhig, Fähnrich. Unsere Reserven kommen gleich. Thank you.
Вперед! Etwas Beunruhigendes. Die Roten sind mit Fallschirmen gelandet und haben unsere Stellungen besetzt. Hm. Unglaublich! Meine Herren, an Ihre Plätze! Zur Verteidigung, Herr Oberst, den Stab auf einen neuen Kommandopunkt überführen. Führen Sie meinen Befehl aus! Thank you.
Schnelle Gehorsams, unsere Truppen weichen zurück. Die Kavallerie der Roten droht uns in die Flanken und in die Rücken zu fallen. Stempel! Blank! Zur Attacke! Marsch, marsch! Санитары, сюда! Отставить санитаров! Товарищ политрук, дайте ваш клинок, вложу в ножны. Хорошо, но после атаки. Вперед! Убей по-буденовски! Есть по-буденовски! Thank you.
чего бестолковые? Говорили же им по-человечески. Не лезьте вы к нам. Не суетесь. Предупреждали. Ну вот и побили. Вас, Шпрыхта? Вас? Не нас, а вас. Да ты, товарищ Буденный, он к вам в столицу воин коней воды напит. Спешит приехать в срок. Вот и поднял ветерок. Thank you.